Разбирай. Порядочку. Между нами решено. Решено. Вилка общая, поэтому съел пельмень, положи вилку на место. Это мои поездки. Давайте, давайте, хватит застаиваться. Вот это ты? Это не Байкал. Это не Байкал. Это не Байкал. Это не Байкал. Это алкоголь? Конечно. Все нормально. Забей на так. И не глядя на девчат, щелкаем орешки мы и не допускаем над собой на снежки. Ты прям сюда вовремя. Ну и нюх. Ну и нюх у тебя. Дружбой самой лучшей, ну так как не спеть нам по такому случаю. Thank you.
Так, Степа? Степ, как спалось? Спал хорошо? Как говоришь? Нормально говорю. Нормально, да? Ну и отлично. Молодец. Нормально, да? Отлично. Да супер вообще, Расул. Давай, ребенку забрал. Как ваше мнение о Шамарде? Отличные! И очень хорошие! Молодцы, что все собрались вон! Все делаете, молодцы! Нравится тебе в Шамарде? Нравится? Это хорошо. Вот, молодцы, молодцы. Улыбочка, улыбочка на лице. Да. Выложим объявление. Покраска заборов, металлоконструкций. За один день. Исторический готов? Момент. Давай. Да, наливай. Мало. Надо добавить белок. Вот такой жиденький, как раз он и хорошо. Да не надо сыпать. Так, ну, скажите немножко, несколько слов о вашем путешествии. Знаете, на самом деле, замечательно. У нас традиция уже... Каждый год, каждое лето или весну. Да, мы сплавляемся с друзьями. Сначала мы сплавляемся.
прославляем. В Повороне практически всю прошли, а теперь мы проходим Я извиняюсь, что такое ворона? Ворона — это речка в Тамбовской области. А, да. Ворона — это река в Тамбовской области. Да. Это без меда. Наши налейте, а вон они стоят. Давайте, вам хорошие дорожки. Да. Правильно. Пила, Вася, перепила. Оленево, берешь его, да. Камерка, а потом будет вкусно. Да, это я уже перепила.